В столице Узбекистана, Ташкенте, состоялась презентация, посвященная туристическому потенциалу Азербайджана и возможностям лечебного туризма. Различные туристические компании представили список оказываемых услуг, а также рассказали о возможностях предоставляемых турпакетов. На мероприятии приняли участие руководители и представители действующих в Узбекистане туристических компаний. Участники ознакомились с национальным стендом Азербайджана, где были представлены печатные издания о культуре и туризме, сувениры, музыкальные инструменты, ковры и национальные женские и мужские карабахские костюмы. Помимо этого, гостям была представлена фотовыставка и видеоролик, отражающий достопримечательности Азербайджана, его туристические возможности, а также историю азербайджанского народа. Для гостей мероприятия была организована музыкальная программа, сопровождающаяся национальной музыкой и традиционными танцами. Узнали очень много интересного про туристический потенциал Азербайджана. Особенно вызывает большой интерес лечение в Нафталане. Все курорты, которые были представлены сегодня на данной презентации, они считаются лидирующими курортами. Нам очень понравилось, как это все было организовано. Я думаю, что мы сможем полностью осветить все сегменты туристической отрасли. И я надеюсь, что это увеличит поток между нашими двумя странами, и в дальнейшем будет развитие туризма.